Давай так. Вот отсюда Дамирчик пришел в беседку. Привет! Давай сфоткаем. Дамира, коленка разбита. Сегодня плодотворно погулял, да? Разбил коленку, упал в торговом центре. Ударился головой 2 раза на качелях. Плодотворная прогулка. Мы, кстати, выбрали таки погулять на качельках с Дамирчиком. Сходили в 2 дворика, и на сиди-центре погуляли, и на МЖК погуляли. И погуляли на... Господи. Капец. Кошмар какой-то, на маленькую собаку, да, большущие 2. Короче, мы с Дамиром вот в таком дворике, мы сейчас идем домой дальше, вот, дальше что, мы, короче, сходили на сити-центр, погуляли там на качелях, Дамир попрыгал на батутах, потом мы пошли на МЖК, Дамир погулял там на спортивной площадке и на площадке с качелями. Мы сходили в магазин 2 раза, в банк, а еще мы сходили, распечатали необходимые мне документы. Плодотворный сегодня у нас день, а Владимир поехал в гости по делам и ездил в ГАИ. Все, потопали? А хочешь, я тебя еще тут на мостике сфоткаю? Пойдем. Пойдем. Шопер от Юни. Там у него еще Дамир. Что ты делаешь? Шопер показываешь? Пойдем, мальчик. О боже. У меня очень скользкая обувь. А, я не пролезу там. Я не пролезу там. Ну, может, я пролезу, но я что-то, короче, очкую. Так, шопер от Юни. И тут можно еще увидеть значок от Юни. Все. Всем хорошего вечера, всем доброй ночи. Мы еще, кстати, пока. из покупок у меня в рюкзаке валяется еще хлебушек подольский. Очень-очень вкусный. Не, не надо так делать, вдруг сейчас повысыпается. Вот он уже не той стороной у тебя. Кролика не видно. Все, вот он кролик. Так, еще из покупок мы с Мирычем купили хлеб подольский. Вот. И в принципе на этом все. Поэтому мы с Мирычем желаем всем спокойной ночи. Всем хорошего. А? Желай. Желай. Чао, мурчал? Чао, мурчал. Угу. Что такое? Это не знаю, просто. Так, чао-мурчао, всем спокойной ночи и всем хорошего вечера. И покажи себя.